к резкому росту стоимости металлов на их рынках. И мы это уже наблюдаем. За последнее время в отношении наших компаний были введены незаконные ограничения. Эти меры идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации, о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги. В этой связи поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решения закона. Поставку.